играют головой. Евгений принес сегодня нам для распаковки офигенную блестящую ракетку. Так, мы с вами начинаем изучать. Никто нам ничего не рассказывал. Доник Шилд Крот. Карботок. Карбон. Карботок Level 3000. Этак. Карбон Технологи. Буковки. Мощность. Точность. Вес. Ничего не написано. Написано. 2,1 мм губка. О. Так. Большая. Вот здесь даже проблески резинки. Energy. Шанкров. Как она? Шилдкрот. Шилдкрот. По-немецки не умею читать, по-английски черепаха. Тоже. А, это перевод черепаха, оказывается. Шилдкрот. Шилдкрот Технологи. Since 1896. Ну, какая красивая ручка. Какая ручка красивая. И снизу как. Черепаха, вот она, все верно. Без обмана. Ну что, переворачиваем. Основа целиком карбоновая. Карботек. Так, тут много написано, потом прочитайте, когда купите себе такую же. Тут по-русски есть что-то. А, ракетка Доник. Черепаха карбоновая. 3000. Артикул, торговая марка Доник. Так, все прочитали. Ссылки у них на Facebook, на YouTube. Ну что, приступим к распаковке самой. Сестра, скальпель. Ну, аккуратненько сможешь? Как сбоку получится. Где-нибудь. Аккуратненько, аккуратненько. Как так, получится. Таня ищет, где там аккуратненько зацепить. Сбоку, вот ну, как вот, ну как же вот так вот. Все, как, эко ты неловкая. Как могу, так и распаковываю. Вот, нет, ты не режь бумагу. Где-то здесь это должна. Вот, а, уже поздно бумага. Уже. Ребят, как твою книгу? Уже поздно, она все так, испортила. Как? Да, вот Евгений сейчас найдет способ открыть его элегантно. Вот раз. Вот. Вот и все. Вот в руках мастера она играет по-другому, вот она открывается. Вот. Ну, зацепить, где вот, найдет. Зацепите. Так, ищите аккуратно. А, вот здесь на вся целиком день. Залита. Да, лучше. Аккуратно. Ой, рай. Вот, нет, только не там, только где-нибудь. Знаешь, Ну. Нет, нет, я не могу, у меня сердце сейчас разорвется. Он ножом прям тычет в нее. Она не очень дорогая. Нет, нам нет такого понятия, дорогая. Любая ракетка от Доника Черепахи. Не надо ничего делать так. Уйдите, девушка. Так, за что-то зацепился. Вот сверху шовчик вот этот. Только не так же, ну а ё-моё. Черепаху жалко, что ли? Жалко, конечно. Он отрезал. Вот, и ножичком подцепляйте. Чуть-чуть отрезал. Подцепляйте черепахи. Ножичком. Господи, не видно, где взять-то. Так. Тань, возьми нож. Вот за это, вот, потяни. Это как на печенье, как на крекере. Видишь, хвостик торчит. Вот иди, он. Сейчас уже, оно. Уже вот здесь, вот он. Вон уже там хвостик. Смотрите, как. А распечатать ракетку – это целое искусство. А вот так с бухты барахты. Три человека оборвал. Набросились и не могут открыть. Взял, оборвал. Оборвал. Тань, бери. Не надо в новом месте. Оборвал? Вот здесь обрывалка. Оборвал? Она кончилась, да. Подцепляй. Ну, а то... вот, отрезать ее. Аккуратненько, аккуратно. Тяните. Аккуратно, тяни, аккуратно. Аккуратно, не дергайте. Вот и все. Так. Тянуть вот сильно и все. Можно. Вот, сильно. И вот. Пошло. Так. Пленка снята. Смотрите, какая она красавица, как она сверкает. Но там же еще одна пленка. Она сверкает поэтому, не из-за того, что такая офигенная резина. Ну, а там еще одна пленка. Трещина две. Смотрим, смотрите, мы как еще одна. Доник. Наслаждайтесь. Так, снимаем. Евгений, снимайте. Последнюю пленочку. Где там? Вот как вот. Вот не естественно. Нет навыка. Снять пленку никогда с новой ракетки. Никогда не распечатывал. Смотрите. Честно. Так. Есть? Оп, есть контакт. Есть контакт. Чуть-чуть снимаем есть. Пленку. Вы понимаете, что новое, что без обмана. И мы вам это упорно доказываем, что это не Сан Саныч клеил из обрезков. Наоборот, я хотел получше купить, но они не продаются получше готовыми. Ага, получше надо клеить. Заказывать нужно клеить.
Так, цепляем, еще ищем. Еще одна какая-то. Ищем. Ух ты, какая она. Где-нибудь там. На площадке тоже была такая ситуация. Реклама новой ракетки. Мама с ребенком пришла. Дали, взяли ракетку, играли. Играли, пока не выяснили, что на ней еще пленка не снята. Ну, прекрасно играли. Так, ну а теперь... А можно подержать? Подержать. Пришли желающие, подержать. Держим знает, на столе. Вот он знает, сколько это стоит. А он мне уже все цены сказал, про распаковку. Причем сказал, коснешься, зарежу. Так, а теперь мы попробуем, как она играет. Евгений, ракетку. Татьяна, ракетку. Евгений, не уходите. Нет. К столу. Так, кто будет пробовать? Не, я снимаю, я снимаю. Вот, молодой человек, прошу вас. Ребята, я... Как вас зовут, мы забыли опять? Вячеслав. Вячеслав берет ракетку, доник черепаху, полностью карбоновый, напоминаю, смотрим, как они будут, она будет играть, они будут играть. Как лесу сначала. Как в руке лежит? Я уже чувствую, что она контрольная. Нет. Контроль не очень. Так, Вячеслав промахивается с такой прекрасной ракеткой. А Вячеслав, возьмите просто, почеканьте ей, почеканьте. Ракетка, она почувствует, почеканьте. Посмотрите, как она отскакивает. Самое главное, она на ракетку похожа. Да. Здесь есть ручка. Прекрасная ручка. Красивая. Так, сейчас, Вячеслав, по-пионерски, почеканьте просто. Вот так, посмотрим на отскок. Просто чеканьте, да. Так, смотрите, наблюдайте. Он меня загоняет, загоняет в угол меня. Вот он чеканит. Ну, определять. Я думаю, это ол все-таки. Я думаю, это ол. Хотя при покупке мне сказали, вы знаете, как распечатаете, вы больше ей не мешайте. Она сама. На этом мы распаковку заканчиваем. Остальные репортажи будем уже вести позже.